Эта миссия называлась «Семь дней». Николай Валерьевич Свирский. طلبت من الحكومة تقدر تعيش حياتك زي ما انت عايز كل تبغيه بيصير يا طارق مسيما حداشا شيخا روسيا мне кажется он нам больше не нужен خالد الجهاز بيشكرك على كل اللي عملته واستعد للمهمه اللي جايه Светчики иногда попадаются. И третий вариант. Я стучу в эту дверь, мы выпускаем вас, и ваши друзья из Моссад ликвидируют вас как предателя. Гоме это лгада. Разрешите присутствовать? Я не знаю. Амрама Тигаса. Разрушение арабского мира под названием «Арабская весна». Мухтар собирается жить по новым правилам. Николай, может быть, мы закончим этот спектакль? Я люблю смотреть кино в одиночестве.